Здравствуйте, коллеги. Пока еще не коллеги. Справедливо урезонили дерзость взорвавшегося юнца. Скороход, вы уже шестой раз пытаетесь сдать экзамен. Чем вы сегодня нас удивите? Песня. Физики иранские очень быстро учатся, а потом страна Израиль будет долго мучиться. Так, стоп! Тяните билет! Сила тока. Извините, у вас неправильно написано, не тока, а только. Сила тока! Хорошо, пусть будет тока. В конце концов, не русский язык сдаю. Сила тока измеряется в метрах гегенца. Так хватит! Вы выучили основной закон Эйнштейна? Да. Запишите мне формулу на доске. Пишите. Энергия. Энергия — это буква Е. Е. Большое Е. Да заглавное Е! Е равно, пишите, энергия равно, Е равно, пишите, равно. Зачем вы прописью пишете? Зачем? Как обозначается равно? Как у нас обозначается? Параллельные прямые обозначаются равно. Да не вертикальные, горизонтальные. Горизонтальные прямые. Энергия равно масса М умножить на С. На С умножаем. Мы не знаем букву С. Буква С, молодой человек, буква С, да. Да не русская, латинская буква С. Русская С. Без «э», просто «сы», «сы», просто пишите «сы», «сы». Хрен с ним, в квадрате! В квадрате! Что? Что вы? Буква «С» в квадрате должна быть! Да не в таком квадрате! Двойка в углу, молодой человек! Двойка в углу! В углу двойка! Мимо! Не в этом углу должна быть. Давайте подумаем, у нас много вариантов, где может быть двойка. Давайте, и снова мимо. Вы непроходимый тупица, вот!